аэропорт Домодедово. Вот и опять я спустя год оказался здесь. Практически ничего не изменилось, за исключением того, что не вижу памятник самолету на этой площади. А так все тоже, все так же. Вот он сам аэропорт. Внутреннее убранство. Часовня Архангела Михаила. Здесь. А я продолжаю свое путешествие в город Белгород. Отправление в 13:15.